Так же, как и у любого другого поклонения Всевышнему Аллаху, составной частью поста является намерение. Намерение – это желание завтра вступить в пост. Относительно намерения необходимо знать следующее. Намерение совершается исключительно сердцем. То есть, если вы произнесли намерение, но однако при этом сердце не принимало никакого участия, то это намерение будет недействительным. Второе, что нам необходимо знать, это определение. То есть в намерении необходимо конкретно определить, что мы намерены соблюдать завтра пост месяца Рамадан. Следующее – время намерения. То есть намерение совершается еженочно, то есть до наступления времени утреннего намаза. То есть если вы сделали намерение лишь после того, как услышали утренний азан, то это намерение для обязательного поста будет недействительным. И следующее, что необходимо знать, это повторение этого намерения. Ибо каждый пост месяца Рамадан – это отдельное поклонение. И каждый день требует отдельного намерения. И в заключение, обязательная форма, минимальная форма намерения, которую мы должны совершить сердцем, звучит следующим образом. Я намерен завтра соблюдать пост месяца Рамадан. Валлаху тааля аля.